Димитровградские чудо-мастерицы. В центре дополнительного образования открылась выставка городского конкурса «Золотые руки матерей». На экспозиции представлено более 200 работ. Для их выполнения мамы использовали подручные материалы. Здесь можно увидеть цветы из бумаги, картины из бисера и соломы и даже вазы из макарон. Представлены работы в трех номинациях. Это изобразительное творчество, затем декоративно-прикладное творчество и рукоделие. Подведение итогов и награждение победителей пройдет на сцене Центра культуры и досуга «Восход» 25 ноября на торжественном мероприятии, посвященном Дню Матери.